Так, вот что с Данонович Армет у нас. Трактор такой. Какой он кривой весь. Такая Дейнексия. Комплектная вся Волга. 3110, по-моему, или 105. Вот такой багажник у нее неплохой. Двери гнилые, конечно, бампер такой вот относительно. Хотя не, говно. Вот Нексия нормальная более-менее еще. Такая вот Волгочка. Фары можно взять, что-нибудь. Вон, бочина битая. Вот, еще одна Волга черная. В принципе, неплохая. Ну, ржавая, конечно, но такая. Видели хуже. Мопед или мотоцикл Минск. Новый, похоже, никогда не ездил. Учебный. Здесь что-то написано. ГОСТ сделан в СССР. Поршень так ходит. Учебный макет, короче, какой-то. Четверка целая. Такая. Даже на зимней резине. Паджеро. Никому не нужен. Пассатик. Мерседес непонятно какой. Он все тоже стоит, был в моих видеозаписях. Там куски, короче, каких-то мостов от грузовиков. Люди шарятся. И пошло еще. И Шкода. Шаха. Шаха с двигателем. Мерседес 123 кузов, похоже. И вот такая вот маздочка на сладкая. Почти целая. На зимней резине. На хорошей. А, и вот Волга уже дербанит. Такая техника. Приезжайте на Чермет.